приехали к домам деревья, семизвездочные отели. Сейчас пытаемся перейти пешеходную улицу, пешеходный переход. С нами столько много байков. Hello! Так красиво все меняет цвета. Супер! Дома, деревья. Попробуем вовнутрь зайти. Мы находимся в семизвездочный отель. И самая беда сейчас для города Санья, что, короче, эти деревья будут сносить в следующем месяце. Так что, говорят, построены незаконно. И такую красоту будут просто сносить. В следующий раз, если мы приедем, их уже не будет. И сколько мы будем стоять, чтобы перейти улицу? Уже минут 5 никак светофор не загорится. Тут у них, короче, движение напряжуха. Напряжуха. И главное, что на пешеходном стоят байки. Он вообще работает. Видишь, какая куча. Ой, и теперь как бы не задавили нас. Вау, мамочки. Вот эта банда погнала, блядь. Я понимаю. Блин, им пофигу, светофоры, не светофоры. По пешеходным они едут, где, я не знаю, захочется. Блин, и вот еще с этой стороны едут. Ай. Блин, вот так тут переходят улицу. Главное не бояться идти напрямую. Где какая рыбка? Фонарики тут горят везде. Именно все в форме вот этих китайских фонариков. Фонари. И сколько мы вот ходим, я ни разу не видел, чтобы хотя бы один фонарик не горел. Вот покажи фонарик. Да. Вот 3-6 располоски, все 6 горят везде. Нету такого, чтобы одна хотя бы лампочка из 6 не горела. Да, движение тут, ну, конечно, нет. Во Вьетнаме еще круче движение. Здесь хоть более цивилизованное. Вот, покажи, дома, деревья. Идем сейчас туда посмотреть. При возможности зайдем, поднимемся. Говорят, за некоторые можно зайти. Внутри там что-то тоже необъяснимое. А вот этот, он как бы наполовину горит. А, наверное, его разбирают. Их же сейчас разбирают. Ну, туда пройти. Мы идем куда-то, я не помню. Не туда? Нет, ну, к этим, к домам пройти. А вот мы идем не к дому? Ну, туда поближе. Ага. Фонарики везде, везде, все освещено. Конечно, по сравнению с Вьетнамом, это небо и земля, и с тем же Таиландом. Да. Это цивилизация реальная. Вот они, дома, деревья. О, как будто цветы распускаются. Такие огромные эти дома. Вон медузы. И вот такую красоту придется сносить. Пускай они быстро построят новое что-то. Еще что-нибудь придумают. Острову все 30 с лишним лет. В 87-м году, да, сюда. За 30 с лишним лет сделали такую. Весь остров расстроили. Ой, рыбки поплыли. Ладно, подойдем поближе. Тогда еще снимем. Так красиво.